Колись Едвард Гріх казав, що слова інколи потребують музики, а от музика не потребує нічого. Сьогодні ми поговоримо про музику у театрі. Отже, про музику у театрі і про іншу музику, яка нас оточує, ми поговоримо сьогодні із відомим харківським композитором Володимиром Птушкіним. Отже, музика інколи дійсно ми не помічаємо, якщо ми приходимо в театр дивитися п'єсу. Вона якось звучить фоном, допоміжно, так би мовити. От ви багато років працювали у театрі Пушкіна, писали музику до різних вистав. І от який головний такий момент, на який ви повинні були звертати увагу? Що головне в написанні такої музики? Ну, в першу чергу, звісно, це драматургія, тому що в театрі рідко ставиться от та робота, яка зв'язана тільки з музикою, драматична, тому що це все-таки п'єса, це все-таки первоісточник, це драматурги і режисер, який ставит спектакль, он знает, что он будет, какое будет оформление, какова будет музыка, что, какова роль музыки. И вот это всегда стоит на первом месте. Решает окончательное слово за режиссером. Он несет ответственность. Хорошая музыка, хороший композитор, хороший режиссер. Плохой спектакль, тоже режиссер несет ответственность. Вот. Поэтому композитор, который приглашен на спектакль, который будет писать музыку, он все равно он носит какой-то, в какой-то мере подчиненный характер у него задача. Но все-таки это не всегда бывает так, и поэтому иногда режиссер не знает, какая будет музыка. И вот я в данном случае работаю много раз и много лет с разными режиссерами, и большинство это были спектакли, поставленные Александром Сергеевичем Барсегяном, Марком Крачем Энтиным, мы с ним очень много сделали работ. Поэтому, конечно, режиссеры знали, что будет, какова будет музыка, иногда не знали. И вот много разных было интересных случаев, как создавалась эта музыка. Конечно, роль актера. Вот я думаю, что сегодня мы в этой передаче покажем фрагменты спектакля, который еще спектакль идет в театре Пушкина, «Хитроумная влюбленная». Это актер Алексей Фатеев, который это была одна из его первых ролей. Он именно раскрылся в этой роли. Он пел. Я специально для него написал романс и на стихи Лопе де Вега. Вот, и «Хитроумная влюбленная». И вот он как раз именно здесь он раскрылся, и теперь он уже известный актер. Коли
вам пропонують написати музику до якоїсь вистави. Ви, ну, я розумію, читаєте п'єсу, так? Так. А знайомитися з актерами, адже інколи важливо, який темперамент у актора, там, головного виконавця. Или... Обязательно. Это обязательно. И самое главное, что мы рассчитываем на именно этого актера, который это может спеть, это может станцевать, это будет пластика такая. И очень много таких случаев было в моей творческой биографии, когда именно пишешь на определенных актеров. Другое дело, что в продолжении нашего разговора, что музыка театра, музыка одного спектакля, она выходит из спектакля. Спектакля уже нет, а музыка сегодня живет в разных интерпретациях. Кроме ну, романсы спевают. Да, это все, это постоянно. И многие стали популярны. И вот сейчас есть такое произведение, его всегда исполняют оркестры, ансамбли. Называется оно «Возвышенное земное». Я думаю, что мы фрагмент сегодня послушаем, в этой передаче он прозвучит. Но это был финал спектакля «Королевские игры». Угу. Это сцена с казни Анны Болейн. Вот, родился он там как прикладной номер в конце. А спектакля уже нету, а музыка еще живет. И таких много можно примеров привести. То есть она обретает музыка вторую жизнь на концертной эстраде. А бывает так, что вы незадоволені, как виконується ваш твір якийсь, чи то актором, ви не таке закладали, чи може режисер щось змінив, чи може від чогось відмовився? Ні, такого рідко було. Був случай, коли ми готовили спектакль «ТАСС уповномочен заявити», був такий спектакль, угу. Він був показаний в Києві на фестивалі, спектакль була створена музика, знайдено було рішення музикальне, текст пісні, потрібна була пісня. И я написал 23 варианта, и режиссера не удовлетворяло, и меня. И вот последний 23-й вариант появился за 2 недели до спектакля. Я принес последний вариант после Нового года, и уже полностью принято было. И мне понравился, и режиссеру понравился. Но в этот день вышла газета, где было интервью с Барсегяном, где он сказал, что к этому спектаклю хорошую музыку написал Владимир Птушкин. Но он как бы авансом, но в этот день как раз появился 24-й или 23-й вариант. Ну, он просто был впевненный у вас. Так? Наверное, что оно такое получилось. И, в общем, спектакль довольно был неплохой. Угу. Вот. Но вообще, в основном, я ориентируюсь на хороших исполнителей, и всегда они исполняют то, что хотелось бы. Репетиционная работа была, запись музыки, здесь все много сказывается. И поэтому за 30 лет работы в театре были, конечно, и удачные спектакли, были и такие посредственные, которые сошли, но что-то осталось в памяти, что-то в набросках есть, и она живет, музыка, второй жизнью. Тут же є ще така особливість, що є таке акторське виконання. Вони ж не професійні там співаки. Ви знаєте, так як споють актери, ні один певець, хороший вокаліст, ніколи в житті він ніколи так не зробив. Тому я дуже доволен роботою з драматичними актерами. І от був такий спектакль, проводимо експеримент. По п'єсі потрібно було написати романс, який поют ребята, молодые ребята, под гитарку. Указано в пьесе, что это романс «Талисман»,
на стихи Пушкина. Угу. Я это сделал для спектакля, ну, буквально за 10 минут родилась мелодия, расписана гармония на гитаре. Они пели, они чудно спели. А потом этот романс вышел, его сейчас поют и профессиональные певцы, он изданный. Вот, она родилась как песня для спектакля. И они вот так между актеры пели. Угу. И таких много, мы много искали. У нас был такой интересный спектакль в Москве, его показывали последнее лето, Симонова. И мы готовились к поездке в Москву как раз. И на спектакле должен был присутствовать сам Константин Михайлович Симонов. Угу. Вот была встреча с ним, мы нашли стихотворение. Для него вообще было неожиданностью услышать слова его романса «Мне хочется назвать тебя женой». Это его, оказывается, самое его любимое его стихотворение. Вот все пишут, что «Жди меня, я вернусь». Это его такой символ его войны и так далее. А это оказалось не так, потому что для него был романс «Мне хочется назвать тебя женой». Стихотворение для него было очень... И когда он услышал эти слова в этом спектакле, для него это был, ну, не скажешь шок, но он потом подошел, и он сказал, что для него спектакль начался после этого, этой песни. Но сколько мы искали певца, чтобы записать этот голос. И один пробовал, и второй, и профессиональный, пели один актер, второй, третий. И пока мы нашли душевный голос, мягкий. И вот это попали, как говорится, в яблочко с этим. Но у вас еще есть же такие комедийные выставы, и музыка такая написана весело, жартивливо. Да, это много у меня и трагической музыки, и комедийной. Я люблю очень комедийную музыку. Люблю музыку для детей. И есть. Ну вот по поводу комедийных очень много спектаклей. Я думаю, одна из последних премьер Николаевский русский драматический театр поставил «Полуумный Журден». Это мюзикл по Михаилу Булгакову. За характером вам ближче все ж таки щось таке драматичне, ліричне, ніж таке веселе, жартівливе? Все в меру. Я і люблю і то, і друге. І якщо тут щось так, у мене є і трагічні страниці моєї творчества, і український реквієм, і ліричні спектаклі. И помню, был спектакль, один из первых моих спектаклей, это «Последние дни Булгакова» о Пушкине. Это моя первая работа была в театре, ответственная работа. Написать музыку к спектаклю о Пушкине, в котором на сцене Пушкина не было. Так сделал Булгаков, чтобы у каждого было свое восприятие Пушкина. Поэтому спектакль, вот он здесь есть, но его нету. І от музика грала дуже важливу роль в цьому спектаклі. Ви зверталися до тієї епохи. На що ви спиралися, коли писали, наприклад, про... Ну, звісно, стилістика, безусловно, того времени, епохи Пушкіна, окруження його. Але це не обов'язково, тому що от один із моїх любимих спектаклів – це «Віндзорські проказниці» Шекспіра. Це музика сучасна, з сучасними ритмами. Звісно, безусловно, є елементами стилізації. Но все равно это сегодняшние ритмы, сегодняшнее время через призму вот Мольера, это «Мещанин во дворянстве», вот Шекспир, «Виндзорские проказницы». Сучасне, але якісь елементи ви використовуєте, да. Чи то інструменти є тієї епохи, не знаю, там лютня звучить, що ну, щось. Є такі, да. Так? От «Королівські ігри», там теж імітація старинних інструментів. Зараз техніка дозволяє все імітувати, тому тут має бути міра всього. Ну, поки это все мне удавалось, і це все віддельно звучить сьогодні, як фрагменти музики к спектаклям. Ну і якщо ми вже відволічемося від театральної музики і поговоримо про вас як великого вже такого композитора, про великі твори, що, ну, які такі складнощі виникають, якщо ви пишете такі великі полотна? Що вам інколи, може, не вистачає, що вас мучить? Что допомагає? Муки творчества, да, вы хотите сказать. Вы знаете, в общем, я один из тех композиторов, которых у меня не было проблем с исполнением. Понимаете, у меня все исполнялось.
За исключением одного произведения, у меня есть одно, которое 5 афиш и ни одного исполнения не было. Оно еще, вот это была такая симфония у меня на стихи Юрия Левитанского. А вообще так все у меня исполнялось. У меня даже были такие случаи, что уже есть афиша, завтра концерт, оно еще не закончено. Поэтому и даже такие. Ну, то есть все исполнялось. Много записано записей. Вот. Но где-то по заказу Министерства культуры, раньше оно заказывало, где-то исполнители. Вот. Мне, я постоянно сотрудничал с конкурсом, международным конкурсом престижным имени Гилель, памяти Гилельса в Одессе. Это все участники играли мои обязательные произведения. Угу. Вот. Затем для определенных концертов. Вот украинский реквием, который было такое предложение руководства Национальной филармонии Киева в Киеве, что вот есть немецкий реквием, есть польский реквием, а вот нет украинского реквиема. И вот мы вместе с поэтом Степаном Сапеляком написали такой реквием, где три трагедии Украины, Голодомор, Бабий Яр и Чернобыль, были преломлены. Вот в такой необычной форме, и было такое исполнение в Киеве. Ну, оно и в Харькове звучало неоднократно, в Полтаве, в Чернигове. Вот. Поэтому к определенным, для каких-то исполнителей я пишу произведения. И особенно я сотрудничаю постоянно с Харьковским фестивалем, Харьковской ассамблеей. Угу. Потому что каждому фестивалю я что-то пишу. Каждому, и вот есть для Чайковского, когда был посвящен фестиваль Чайковского, я написал по страницам детского альбома. И вот французская песенка, которая была в цикле в этом, которую она исполняла на фестивале, она сейчас исполняется везде. Мы ее даже вот недавно в Париже исполняли дуэтом. И она везде, ну, конечно, через современные ритмы, через какие-то преломления. Вот. И поэтому она возникает для какого-то определенного события, а потом она живет с концертной жизнью. От скажіть, яке місце в вашій творчості, в вашому сприйнятті займає наша така фольклорна музика? Взагалі, як ви ставитеся к фольклору? Ну, я положительно. І я і в моєму творчості, і в роботі зі студентами, яких я воспитую, я заведую кафедрою композиції, много. Ми фольклору дуже велике увагу уділяємо. И в изучении фольклора, преломлении фольклора в разных жанрах. И это не прошло мимо и моего творчества. Эти были заложены и в реквиеме, и в отдельных сочинениях оркестровых фольклор. Вот, в частности, вот, на последнем конкурсе Гилельса «Рапсодия для фортепиано», где играли все участники конкурса, где там из Соединенных Штатов Америки, из Италии, и все это прочувствовали это произведение и, соответственно, пронялись именно украинским фольклором. Взагалі, от наша культура в тому числі, вона все ж таки базується на, що стосовно класики, на європейській основній такій. Так? Але ж є якісь національні особливості нашої музики, класичної музики. В чому ви вбачаєте ці особливості? Ну, я знаю, мені кажется, що сказати, що от ця українська музика зв'язана з європейською, трудно сказати. Це може бути будь-яка і білоруська, і армянська, і грузинська, то же саме, це все можна сказати. Сьогодні известніший композитор Гія Кончелі, ми його дуже опираемся на него, как вот ему дается быть европейским композитором. Да и европейский композитор сегодня Гея Кончели. Вот. Но он сочетает именно вот и грузинский фольклор, и он сочетает и приемы, которые свойственны, может быть, и белорусской музыке, русской музыке, и все остальное. Вот, вот такой пример. Это европейские композиторы. Поэтому говорить украинский композитор, который чем-то отличается от болгарского композитора, мне кажется, не стоит здесь это все. Хотя примеры есть такое отличие, например, там Мирослава Скорика, например, или Станкович. Это европейские композиторы. Хотя они принадлежат Украине, эти композиторы служат в Украине, работают в Украине, исполняются на Украине и в Европе. Поэтому здесь отделять, мне кажется, не стоит находить какие-то особенности.
більшість сьогодні сучасних композиторів, вони і самі часто виконують власні твори або беруть участь у виконанні, як там піаністи, так, соліст-піаніст. Ви теж такий концертуючий. Это тот случай, ви якраз і попали, точно вопрос задали, потому что я постоянно исполняю свои произведения и с оркестром, и в камерных ансамблях, и с вокалистами работаю, и поэтому, и кроме этого, я еще исполняю и в некоторых концертах и музыку классиков, и Бетховена, и Брамса, поэтому мне это так все, потому что моя была первая профессия как пианист, поэтому соединив это все, мне это легко соединить, и в данном случае много таких концертов. Ну, тобто у вас є просто така жага виконувати, да, і реалізуватися ще, да, як піаністу. Да, і ви знаєте, навіть мені цікаво сьогодні преподавати не тільки композиторам, а й піаністам, поработати з произведеннями Баха, Бетховена, Моцарта і так далі. Поэтому мені это, я от, мені удається это, мені цікаво так. Ви як виконавець, що вам важливо у сприйнятті і в колективу, з яким ви граєте, і у глядача? Як ви відчуваєте? Вам же ж важливо його реакцію? Ну, безусловно, тому що без віддачі исполнитель, зрительської, ми не відчуваємо той результат, який ми хочемо до нього прийти. Но все-таки... Вы знаете, я открою такое мое кредо, когда вот я работаю со студентом, например, который сочиняет музыку, я ему говорю, ты пишешь не для публики, не для того, чтобы ты мог твоя музыка удовлетворить публику, которая будет слушать, а ты пишешь для исполнителей, которые должны проявить себя в этой музыке. И тогда он сможет себя показать, исполнитель. Или сам композитор, который должен так исполнить, что она будет понятна публике. Угу. Поэтому, ну, не удовлетворять вкусы публики, потому что публика разная сидит в зале, и если мы будем под одну публику, под вторую, под пенсионеров, под молодежи писать, это, конечно, такое. Это есть и было, и будет, но все-таки, конечно, стараться, чтобы она была, ну, сказать высокого качества, наверное, тут нельзя сказать, это очень субъективно, но все равно она должна быть. Ну, музика, вона повинна спонукати до якоїсь роздумів, до якогось інтелектуального напруження. Обязательно. Это и философія, это и состояние души, и настроение, и связь с природой, чувства. Это все вот эти качества, которые музыка. Без этого музыка, она не может. Потому что вот это все, что эти ритмы, которые сегодня звучат на каждом углу и из мобильных телефонов, это все приходящее. Понимаете, если мы тянемся к Западу, Запад уже этим всем переболел. Сегодня на Западе хотят слушать настоящую музыку. И в концертный полный зал. Мы еще пока к этому не пришли, к сожалению. Сегодня самый исполняемый композитор, подсчитана статистика, самый исполняемый композитор – это Чайковский. То есть люди тянутся к этому, люди хотят. К нам мы тоже уже к этому и идем, но еще пока не пришли. Как вы пишете музыку? Вы за инструментом? Только за инструментом. Я не конструирую за столом письменным. Мне нужно услышать, мне нужно попробовать, мне нужно соединить предыдущее с будущим. Ну, есть какие-то замыслы, которых я уже знаю. Сказать, что вот я проснулся, и утром мелодия появилась, редко такие случаи, может быть. Они создаются за инструментом. А оркеструете вы сами, чи вам кто-то помогает? Нет, только сам. Розкласти на все инструменты? Только сам. И... А как вы визначаете, что повинно грати там скрипки, что повинні грати духові інструменти? Ну, это субъективно, конечно. Ну, конечно, сама музыка рождает те тембры. Ну, це звучить вас, или, або ж ви якось технічно розкладаєте? Ти як відбувається цей процес? Есть, безусловно, логика есть. Дати этому инструменту или другому инструменту. Но я иногда, когда студенту рассказываю, какому инструменту поручить, я говорю, вот сегодня я могу посоветовать один инструмент, а завтра другой. А как, вы вчера сказали этот инструмент, может быть. Я говорю, а сегодня звезды иначе смотрят. Сегодня погода другая, может быть.
Это шутка, конечно, но в принципе это субъективно очень, от состояния, настроения. И получается, все-таки удается именно найти то среднее, какой инструмент должен сыграть, какие группы инструментов, как они соединяются. А чи буває так, що от ви вже все розписали і почали вже репетирувати з оркестрами? Да. Тут ви розумієте, що... Ні, буває. В старій редакції щось міняється. Буває в процесі, так. Да. Давайте це зіграють вже другі. Вот ага. Ні, не то, що другим поручить, а от все-таки от ці інструменти пусть помовчать, наприклад. Ага. І це буде краще. Тому що коли сидиш за столом і оркеструєш, це одно, а коли вже... Це багато всього. І от ці інструменти пусть помовчать. І ви знаєте, інтересно так... Получається, на ну, тобто ви обов'язково присутні на репетиціях, да, конечно, аби почути, конечно. Як... Звісно. Ну, взагалі, опит вже сказується, то, що, в общем, ти вже знаєш, що це будуть лишні інструменти, це вже не слідує. Или дати цим інструментам. От ви вважаєте, що композитор все ж таки повинен якимось інструментом володіти досить досконало? Чи можна бути так трошки... Ну, разом виконавцем, есть. А да. Більше от, ну, вообще, композитор чути... должен уметь на всех инструментах. Он должен знать все инструменты. Не только по книжке, а только он должен знать, что, как удобно. И, конечно, если композитор не владеет ни одним инструментом, это... Але ж є такі композитори? Есть, конечно. От до вас приходять студенти. Частіше за все це хто? Ну, в основном это пианисты, теоретики. В основном это те. Которые они, в общем, владеют инструментом, могут сыграть свое произведение. Не в концертах, но так они могут сыграть. И что спонукает сегодняшнюю молодь идти от, сочинять музыку? Больной очень вопрос. Наверное, все-таки себя уметь выразить пытаются. И можно сказать, что он не получился у него скрипач, не получился из него пианист, не получился вокалист. Но я буду композитором. Что там композитором? Писать мелодии и там это все. Сейчас только композиторов развелось. Вот. Наверное, все-таки желание быть профессионалом, уметь знать инструменты, знать формы, знать музыку. Потому что самый лучший учебник для композитора – это музыка, которая до тебя написана. Тобто композитор повинен багато слухати? Тільки. Це найкраща школа для композитора. А як же там вплив якийсь, і можна вкрасти якусь мелодію? Ну, вкрасть це за кражу у нас судять. Є навіть определені закони, скільки, 6 тактів, наприклад, плагіати, якщо 6 тактів можна украсть, якщо 7, це вже воровство називається. Ні, ну, в какой-то мере всі кому-то подражали. І я подражав, коли заканчував. Безусловно, всі кому-то подражають свої пристрастия, оказывается. Но все-таки є своє, ну, окрашено своїм отношением. Через какие-то знания, безусловно, формы. Поэтому композитор сегодня учит ему всему. Не только сочинять, они знают форму, полифонию, все эти предметы, которые он должен охватить, уметь прослушать и себя выразить. В дитині можно побачити, что это может быть майбутній композитор? Сейчас, да, есть очень много талантов, которые с детства начинают что-то такое. Я через это не прошел. Вот говорят, вот композитор, он с детства сочиняет. Я не сочинял, я был исполнителем. Я поздно именно стал сочинять, я изучал музыку, я играл много музыки. И потом захотелось меня себе выразить. А как вот можно написать на замовлення? Адже це якось технічно, да. Щось... Ну, замовлення здесь такое. Здесь, если ты знаешь что, надо знать временные рамки, нужно для спектакля, чтобы здесь... Кино это особенно важно. Щоб ти уложився в 3 минути, а 2 секунди. Все. Якщо муза не приходить, ну нема не приходить, натхнення, значит, як тоді? Він мучається, муки творчества, не спить один день, два. От, или з ним розривають всі контракти композитора. Ну, я хочу побажати вам, щоб муки творчості вас, звісно, були, але все ж таки ви все подолали і натхнення до вас завжди приходило. Спасибо. Дякую большое. Вам і да. Нам бажаю за цікаву бесіду. Приємної музики, прослуховування і завжди радіти тому, що ви слухаєте гарну музику. Дякую.